Добрый вечер, дорогие друзья! Мы очень рады приветствовать вас в Большом Звездном Зале Московского Планетария. Сегодня мы открываем очередной сезон нашего цикла лекций «Трибуна ученого». И, несмотря на плохую погоду, на то, что обычный будний день, и уже достаточно темно, я смотрю, что люди, которые к нам приходят, Почти каждый раз наши постоянные посетители и сегодня с нами, я вам хочу сказать большое спасибо за верность планетарию, за любовь к науке, за такое к нам хорошее, уважительное отношение. Ну а мы, со своей стороны, стараемся все-таки не подвести вас и каждый раз предлагаем что-то, на наш взгляд, интересное, увлекательное и полезное. Сегодня, открывая новый сезон, цикла лекции трибуны ученого. Может быть, мы вас несколько удивим, потому что тема не астрономическая, не астрофизическая, но нам показалась она очень интересной. Вы видите ее тему, она называется ⁇ Алмазы неба и земли ⁇ И мы пригласили, и для нас это большая честь, на трибуну замечательного ученого доктора геолога минералогических наук, профессора геологического факультета МГУ имени Ломоносова, директора минералогического музея имени Ферсмана Российской Академии наук, академика Российской Академии наук Виктора Константиновича Гаранина. Я прошу его приветствовать. Виктор Константинович сейчас подойдет к сцене. И буквально несколько слов я прошу его сказать о своей лекции. Но не все, а только несколько слов. Ну, я все секреты сейчас открывать не буду. Значит, во-первых, добрый вечер, мои дорогие друзья. Здесь есть и коллеги. И вот персонально этому молодому человеку, что он пришел сегодня, спасибо, мой дорогой. Я буду стараться, а потом ты мне скажешь, как у меня получилось. Хорошо? Как тебя звать? Ну вот, Сереж. Конечно, выступать вот в таком прекрасном здании Московского планетария для меня это, конечно, большая честь. Несмотря на то, что я так сказать, всю жизнь работал, работал в Московском университете, тоже так сказать, величественное здание. И я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли. И, конечно, поделюсь с вами теми скромными своими знаниями, которые у меня есть. И который имеет отношение вот к этому интересному и чудесному минералу, как алмаз. Мы здесь пройдемся, так сказать, вот ретроспективно по тем моментам, ярким моментам в истории жизни этого минерала в разных типах пород. И с удивлением с вами обнаружим, что алмаз паранизывает все космическое пространство, начиная от Далеких световых лет, где, оказывается, там тоже существует, значит, небесные тела, где он там есть, значит, прикоснемся к земным глубинам и поймем такую важную для нас вещь о том, что алмаз точно так же, как и вот живые существа и так далее, это, это э, все то, что объединяет вот в этом огромном пространстве всех нас представителей живой и неживой материи вот это бесконечность космоса в котором мы только маленькие частицы но нам бог с вами дал возможность быть не просто здесь частицами но видеть этот мир прекрасный вот за тот отрезок времени который, который нам э, отведен и понимать что наша жизнь здесь это не просто вот, э, так сказать, э, какая то яркая комета которая засветила и ушла, а то, что эта жизнь дана нам для того, чтобы мы это видели, испытали чувства любви, прикоснулись к прекрасным, но и что-то дали для того, чтобы эта жизнь продолжалась и в последующих поколениях. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Дальше будет лекция. Еще раз добрый вечер, мои дорогие друзья. Мы начинаем вот эту, этот наш семинар, эту нашу встречу, значит, и заявленным вот таким названием сообщения моего Алмаза Неба и Земле. Надо сказать, что вот уже в этом названии мы как бы мысленно и значит, видим и как бы что-то чувствуем что между небом и землей значит, есть какая то определенная э, связь которая сегодня значит, соединена вот, алмазами значит на сегодня я вам хочу сказать что за вот, э, эти десятки там, лет мы уже расширили достаточно широко расширили диапазон генетических типов алмаза то есть э, э, мы уже можем совершенно четко сказать, что алмаз кристаллизуется не просто в одном каком-то типе пород, а его кристаллизация происходит в различных типах пород. И вот на сегодня мы уже можем каким-то образом классифицировать эти типы алмаза и значит, представить вот такую рабочую схему этой, э, 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 так сказать, генетических типов, которые значит, мы могли бы поделить вот на 8 таких групп. Хотя Могу вам сказать, что это чисто такая, так сказать, рабочая схема, которая, конечно, с теми знаниями, которые значит, мы получим в ближайшее время, там, год, пять, десять лет, конечно, спектр генетических типов будет расширяться, и тогда значит, мы можем почувствовать и полностью значит, осязать что алмаз это не просто какой-то отдельный минерал, но это минерал, который проходит через жизнь значит, Земли, рождаясь в ее недрах различных типов пород и через те планеты, значит, которые находятся в, вокруг, значит, Солнца крутится вместе с Землей и, значит, с теми небесными телами, которые значит, у нас образуют вот наше космическое пространство, в котором мы и находимся. Смотрите, достаточно сколько мы уже с вами определили этих генетических типов алмаза, здесь их 8. Хотя уже можно сказать, что сегодня их уже около 10. Но 8 ⁇ это четко, это доказательно, и об этих так сказать, типах мы уже можем рассуждать на генетическом, практическом уровне и так далее. Значит, мы сегодня можем сказать, что у нас есть гигантские космические алмазные тела, есть алмазы из метеоритов, это вот такие космические значит, крупные дела, которые время от времени падают на нашу землю. Алмазы из импактитов особых пород, которые образованы в результате, в результате с ударением метеоритов земной поверхностью и образуются ударные такие кольцевые структуры гигантские. Алмазы из метаморфических пород. Вот эти вот метаморфические породы слагают определенные толщи, значит, коры. Земли. Алмазы из кимбелитов, лампроитов – это такие вулканические тела особые, которые выносят на земную поверхность алмазы. И вот с ними связаны, Ой, извините, пожалуйста, сейчас мы это все закроем, значит, выносят алмазы из глубин земли. И, собственно, вот с этими типами пород у нас связаны месторождения алмазов, я об этом буду говорить алмазы из минет, из висково-щелочных лампорофиров, алмазы из коматиитов и алмазы из карманиатитовых комплексов. И вот эти вот типы алмазов, они разнообразны по, они разнообразны по физико-химическим условиям их образования. И отсюда, конечно, и сам алмаз из этих типов пород отличается тем, что он разнообразен и по своему составу, и по своим физико-химическим параметрам. Значит, давайте посмотрим вот на гигантские космические алмазы. Это вот в течение ну, последних 50 лет э, значит, мы имели возможность э, э, вот, прикоснуться к этим сенсационным открытиям. Сделали эти открытия астрономы из Центра астрофизики в Гарвальде и ученые значит, вот этого центра обнаружили космический алмаз диаметром 4000 километров в 50 световых лет от Земли. Значит, это вот такой необычный белый кадлик, состоящий полностью из кристаллического углерода. Конечно, мы с вами не можем сейчас сказать, как он сложен, значит, какая там структура и так далее, но, несомненно значит это доказано о том, что это кристаллический углерод, конечно, имеющий отношение к алмазу. Когда его обнаружили, Астрономы назвали эту алмазную звезду матерью всех алмазов. Но они не предполагали тогда о том, что будет обнаружено другое космическое тело, алмазоносное, значит, тоже гигантское. Вот астрономы обнаружили спустя там, несколько лет еще одно гигантское космическое тело, сложное также алмазным веществом. И, конечно, его открытие стало большой удачей для ученых. Почему? Потому что, во-первых, из-за низкой светимости их трудно найти. Это первое. Второе – это несомненно шаг в изучении, значит, алмазы космического пространства, поскольку, поскольку, значит, мы уже можем сделать предположение, что если мы нашли второй, то, наверное, найдется и третий и так далее. Тогда мы можем уже на сегодня предположить, что углерод, так как алмаз, он сложен углеродом, что углерод играет достаточно большую роль в эволюции космического пространства. Теперь несколько слов вот о втором обнаруженном теле. Это белый карлик, который состоит также из кристаллизованного углерода. Значит, он образован около 11 миллиардов лет, а вот возраст космического нашего пространства где-то около 13 миллионов лет, он ровесник Млечного Пути, значит, обнаружили его по наличию пульсара, и, значит, вот это дало возможность увидеть его, хотя, значит, ученые установили, что белый карлик с нейтронной звездой, по которому и обнаружили этот карлик, находится в созвездии Водолея в 900 световых годах от Земли. И его температура расчетная составляет порядка 2700 градусов по Цельсию. Вот такая значит, фантастическая была находка. С другой стороны, значит, на Земле, вот одним из выдающихся алмазников я его хорошо знаю, слава тебе Господи, жив, здоров. Стив Хагельти обнаружил в Африке вот черные алмазы, напоминающие простой уголь по виду, имеющие, по его мнению, космическое происхождение. Почему? Потому что вот это алмазное вещество значит, характеризуется тем, что в нем находится изобилие водорода. И, несомненно, значит, он имеет, он имеет значит, космическое... Так сказать, образование где-то там в космосе в тех областях, которые обогнены водородом. И, конечно, значит, он попал сюда путем вот, падения астероидов на Землю. И, конечно, вот эти астероиды достаточно большие по размерам, но порядка километр в диаметре. И, конечно, вот такие необычные небесные камни, в свою очередь, конечно, в какое-то время достаточно древние, были рождены в процессе взрыва всех сверхновых звезд. Теперь, значит, я могу вам сказать, что вот межзвездные или досолнечные, досолнечные алмазы были установлены в космической пыли уже в конце 80-х лет, когда эта пыль попадала в заборники вот тех космических кораблей, которые начали уже выразить космическое пространство. С другой стороны, они же были обнаружены в метеоритах. Конечно, вот это вот обнаружение было связано с тем, что возрастали технические возможности обнаружения вот этой космической пыли и вот этих микроалмазов. Можно сказать, даже это наноалмазы, которые обнаружены были и следы этой пыли в заборника, и этих метеоритов. Но на сегодня уже даже, даже значит, были рассчитаны и показаны значит, их, их структурные модификации и так далее, поэтому достаточно хорошо они уже изучены. Содержание их где-то около 1400 промилле, они очень это очень низкие содержания. И вот самое главное, что они имеют досолнечный возраст более 4,5 миллиарда лет. И имеют микронные размеры. Они очень резко отличаются от других типов алмазов тем, что, во-первых, они находятся в тесной ассоциации с углеродсодержащими фазами, такими как карбид кремний, мусанит, карбид вольфрама, циркония, титана и так далее. Также для них характерно, вообще вот для космических алмазов характерно, и аномальный избыток изотопа благородного газа, вот огромный избыток ксенона и всех его вот этих модификаций. Еще вторая отличительная особенность этих алмазов это необычайно высокая концентрация азота 14-го, в три раза больше его выше, чем концентрация этого изотопа на Земле. Мало того, еще одна интересная особенность этих микроалмазов космических тем, что у них соотношение легкого и тяжелого углерода минус 3%. 38. Это вообще биогенный углерод и, конечно, э, э, так сказать, под вопросом генезис вот этих алмазов особый, потому что э, минус 38 промилле, э, и, значит, вот э, такая величина, конечно, она требует э, своей разгадки. И я думаю, что в будущем э, нам удастся расшифровать, э, таскать, э, почему и где и как образовались. Вот такие уникальные соотношения, минус 48% соотношение легкого и тяжелого углерода. Теперь, значит, кроме вот этих космических гигантских алмазоносных тел, значит, были обнаружены алмазы в метеоритах. Вы знаете, что космические тела, вот метеориты, это куски, значит, тех планет, которые разрушены. Есть такой даже поезд метеоритов. Время от времени они падают на Землю. И это очень в разные времена это было и, так сказать, зафиксировано в результате значит, тех, тех структурных изменений на поверхности Земли, которые происходят, это вот кольцевые структуры. И, значит, вот эти вот алмазы, которые были обнаружены в этих метеоритах, имеют возраст порядка 4,5 миллиардов лет. Значит, есть разные типы метеоритов, и вот в разных типах метеоритов на сегодня установлены алмазы. И это в железных метеоритах, которые в основном сложены железно-никелевыми сплавами. Значит, урелиты — это магнезиальные э, пероксена-оливиновые фазы и, значит, вот э, эти э, листы и сплавы и хондриты, который целиком сложены оливиновыми, пероксанитовыми, пероксенполиграфазами э, хондрами. Значит, э, эти алмазы все имеют мелкие размеры, размером до миллиметра. Кубы актидические кристаллы – это говорит о том, что, по-видимому, не местные тела имеют внутри какие-то области, в которых кристаллизуется алмаз при достаточно высоких температурах и давлениях. И, конечно, это определенный шаг впереди. Значит, по мере исследований, конечно, мы будем видеть уже больший масштаб вот этих алмазах в этих железных метеоритах. Несмотря на то, конечно, что изучать такие микроалмазы достаточно сложно. Но на сегодня я могу сказать, что в изучении и природного вещества, и значит, биологических материалов мы имеем на сегодня уникальные, уникальные приборы, которые дают возможность определить э, вот это алмазное вещество или другие какие-то нанообъекты э, с помощью таких уникальных приборов, как просвечивающие электронные микроскопы, которые дают возможность уже э, значит, в реальном режиме увидеть структуру того или иного нанообъекта и определить его состав в результате сканирующих микроскопов и других электронно-зондовых и других приборов. Мало того, есть приборы, которые значит, на очень низком уровне определяют микропримеси в тех или иных вот минералах. Поэтому, поэтому мы сегодня и делаем такое большое количество открытой с точки зрения не только вот определения генетических алмазов, но и других каких-то объектов. Теперь, кроме метеоритных алмазок, у нас вот появилась еще одна группа алмазов это алмазы из импактитов. Значит, это мелкие неправильные, неправильные формы неправильные формы мутноватые зерна до первых миллиметров, имеющие облик обломков. Практически во всех этих зонах, но ну, алмаз – это кубическая структура, а в данном случае гексагональная модификация углерода лансдейлит, поэтому значит, мы там имеем такие ассоциации, как графит, лансдейлит, алмаз. И вот значит, такая ассоциация и лансдейлит, и алмаз, они образуются при очень высоких температурах и давлениях, которые возникает в углеродсодержащих породах земной поверхности при ударении с тем или иным космическим телом. Ну, представьте себе, летит тело значит, с большой огромной скоростью, падает на Землю, значит, происходит трансформация и испарение вещества с поверхности Земли, высокие температуры образуются, значит, давление. И вот вследствие такого импактного метаморфизма, значит, мы видим, вот эти алмазы образуются и другие минералы фазы высокого давления, Стешовитка, исид, лингвидит и так далее. Значит, и вот в местах этих, этих импактитов алмазы были обнаружены. Вот их форма морфологических алмазов. И дальше можно сказать, что эти импактные алмазы по многим своим особенностям отличаются от алмазов из других типов пород. Они, во-первых, не содержат азот, и поэтому они обладают очень высокой твердостью, потому что алмаз сложен одним элементом, углеродом. Если другой элемент какой-то туда внедряется, то он, скажем так, меняет структура как бы ее расшатывает. Поэтому другие элементы значит, делают эту структуру менее прочной. А в данном случае, поскольку, поскольку значит, не содержат другие элементы и в первую очередь азота, то эти алмазы обладают высокой твердостью. Изотопно легки, так как это углерод коровый. Вот эти параметры значит, изотопии обогащены радиоактивными редкоземельными элементами. Для них характерны различного рода силикатные наросты, стеклоплавление, там сингентичные, значит, кварц, фроски пириты и так далее. То есть это достаточно сложное образование, э, которое, э, несомненно, э, характеризует вот эту специфику образования этого алмаза, э, в результате вот падения э, этих метеоритов на поверхность Земли э, в тех местах, где значит, эта поверхность обогащена углеродом. Почему? Потому что для образования алмаза необходим углерод. Содержание примесей здесь на 2-3 порядка больше по сравнению с алмазом из кембелитов, например. И я уже говорил о том, что это, как правило, ланзоделит с примесью графита или вот такое сочетание, как алмаз, ланзоделит и графит. То есть это поликристаллические образования. Разве их достигает иногда до 1 до одного миллиметра. Здесь одна яркая особенность есть. Вот в чем она заключается. Но ну, метеориты падают, так сказать, на Землю достаточно, значит, долго. Это мы это все знаем на протяжении геологического, так сказать, времени. И эти кольцевые структуры мы знаем что из географии, что они покрывают практически всю Землю. Но не в каждой структуре, значит, мы обнаруживаем вот эти вот алмазы. И наиболее известная кольцевая структура. И вот будет, если у кого-то из вас возможность значит, туда э, добраться. Вот гигантский метеоритный кратер диаметром 100 километров по, по структура, она находится на севере Средней Сибири в 900 километров восточная Норильска. Вот если здесь кто-то сидит из города Норильска, вот знаете, что в, то, в 900 километров в находится вот значит такая структура с промышленным содержанием алмазов. Открыто это было в 70-х годах. Причем открыл вот, значит, геолог, алмазник Массатис, который долгое время работал в Якутии на алмазных месторождениях. Возраст структуры всего 35 миллионов лет. Так вот, что сказал. Мастатис, который изучал эту структуру, изучал алмазы, это ленинградский ученый, который на сегодня жив, здоров, слава богу. Значит, вот что он сказал. Общие геологические запасы импактных алмазов в этом районе превышают общие запасы алмазов во всех алмазоносных районах мира. Но тогда встает вопрос, а почему же так сказать, эти алмазы не извлекаются и почему так сказать, они не вовлекаются в промышленность? Но понятно, я вам уже показывал, что это Микроалмазы мелкие до одного миллиметра, значит, они не имеют правильной формы. Там много различного рода примесей, других минералов и так далее. То есть э, они они не могут быть использованы в качестве, например, бриллиантов, которые любят на, носить наши э, дамы. Поэтому вот до сегодняшнего момента в этой структуре лежит такое огромное количество алмазов поэтому если вы туда доберетесь значит вот у вас есть шанс оттуда взять породы с этими алмазами и начать их изучать теперь значит дальше у нас есть тоже уникальные находки другого генетического типа алмазов это ранее архейские алмазы. Эти у Алжи, алмазы связаны с эволюцией Земли, планеты Земля. Значит, они были найдены в цирконе из осадочного пояса Джек-Хилл-Кратона Илгори, западной Австралии. И, значит, я вам советую туда добраться, если будет возможность, и тоже там, значит, поискать эти алмазы. Значит, где они были найдены? Там были обнаружены истертые цирконы с включением микроалмазов с возрастом от 3 до 4 миллиардов лет. Вот я хочу сконцентрироваться ваше внимание на вот этот диапазон ведь скажем так возле Земли где-то около 4 миллиардов лет но тогда что у нас получается что Значит, Вот как раз на этом диапазоне, а эти цирконы из коровых пород, тогда что у нас получается, что уже существовали коровые породы, то есть вот эта находка, она у нас расширяет наши знания так сказать, эволюции Земли и говорит о том, что вот в этом диапазоне уже существовала кора. Вот возраст формирования цирконов, значит, здесь более точно определен уран свинцовой датировкой на ионном микрозонте высокого разрешения. И данные цирконы наиболее древние из идентифицированных фрагментов земной коры. Я подчеркиваю, земной коры, а не мантик, который лежит глубже земной коры. Цирконы обладают определенной спецификой, обогащены легкими редкими элементами и, не имеют, и имеют невысокую температуру кристаллизации. Теперь вот эти алмазные включения размером 3-5 микрон, они, видите, мелкие. И сейчас есть вот такой метод, метод рамской спектроскопии, который позволяет, не разрушая циркон или другой минерал, идентифицировать и обнаруживать вот эти микровключения. А бывает так, что, например, у нас есть... Я буду время от времени отвлекаться с тем, чтобы от темы доклада в сторону, ну, все равно это все прикасается с темой доклада, чтобы, значит, кое-что вам рассказать из того нового, что вот на сегодня известно. Ну, вот у нас есть крупные алмазы, мы к этому придем, например, там, размером до 5 сантиметров, это много, значит, десятков карат, и там какие-то микровключения. Так вот этот метод рамской спектроскопии позволяет определять состав включения и его идентифицировать, не разрушая алмаз. И в данном случае вот он был применен, и в 45 цирконов значит, были определены эти алмазные включения вместе с графитом, апатитом, кварцем. Вот смотрите, какая большая группа минералов была найдена в этих сурконов. Конечно, я хочу сказать, что есть минералы, которые кристаллизуются одновременно с цирконом, вот, например, как алмаз, а есть минералы, которые, которые кристаллизуются после того, в трещинах, там, в, в, определенных, значит, кавернах и так далее, значит, эпигенетические включения. Поэтому, конечно, вот среди этой группы минералов их надо классифицировать как прото-, син- и эпигенетический. Но, несомненно, это очень большой диапазон минералов, которые кристаллизуются значит, вот вместе с цирконом. И еще раз хочу вам сказать, что это самые древние алмазы, обнаруженные в земных породах, в верхах земных пород, и они позволяют по-новому взглянуть на происхождение цирконов, а циркона является минералами метаморфических пород, поэтому и метаморфических пород, и эволюции пород э -э -э ранней э Земли. Теперь, значит, переходя вот от этих раннеархейских, значит, породах, мы переходим плавно к алмазоносным метаморфическим породам, это коровые породы. Причем что самое интересное, вот в различных регионах мира в этих породах они слагают достаточно, так сказать, достаточно большие толщи и это уникальная совершенно порода по своему многообразию, по своим физико-химическим свойствам и так далее. И оказывается, они тоже являются источниками природных алмазов. Причем интересно, смотрите, они были обнаружены, эти находки, в метаморфических породах разных регионов мира. То есть э, у них у них одна, несмотря на то, в разных регионах и в разные временные отрезки, у них одна природа, и они кристаллизовались по одной схеме. Значит, смотрите, находки микрокристаллов описаны в Гнейсах, в Норвегии, в Родопах, в Северной Греции, в Саксонии, Германии, и в Дабишане, Сулу, в Китае и в разные временные формы. Это говорит о том, что значит, вот типы этих метаморфических пород, значит, их особенности кристаллизации, они они, так сказать, похожи друг на друга, и, несомненно, это как раз указывает на то, что вот эти микрокристаллы находятся в этих породах в разных частях света. Значит, как они были обнаружены? Значит, они были обнаружены таким образом, и, собственно, природа их кристаллизации, она связана с тем, что на глубину погружался коровый материал при субдукционных процессах, то есть часть материала погружалась коровая на большие глубины до 150 километров, а это уже параметры кристаллизации алмаза, они здесь вот у нас выписаны, и эти параметры кристаллизации в алмаза, а так как в этих породах был углерод, то это давало возможность и кристаллизации алмаза, поэтому мы и находим вот эти алмазы в этих типах пород. Ну и вот здесь даны некоторые описания, Этих находок включений вместе с алмазом, значит, алмаз и кварц находятся вот в гранатах из метаморфических пород и значит между зернами граната и так далее, и при этом подчеркивается сходство как ассоциации минералов, так и геологических коллизий данных пород с метаморфическими породами, как читатского массива, я еще об этом скажу. Причем, значит, они занимают значительные вот эти вот метаморфические породы, значительные площади, располагаясь в Югославии, Баргарии, Греции и так далее. И гранаты там, которые имеют вот эти включения алмаза, значит, они имеют свою специфику, они исключениями рутила и апатита. И если посчитать, значит, вот этот валовый состав, то оказывается, что эти гранаты особые по составу, значит, и имеют исходный маджаритовый состав. В последующем мы откроем завесу секретности над вот составом этого уникального граната. Это как бы твердый раствор граната и это очень уникальные, значит, очень уникальные гранаты, которые показывают на сверхглубинные условия кристаллизации значит, этого минерала, в том числе и алмазов, которые находятся внутри их. Так вот, у нас в Казахстане в 80-е годы были открыты вот метаморфические породы вот с возрастом 520-530 миллионов лет, значит, в которых в которых были обнаружены алмазы. Смотрите, вот эта алмазоносная зона там имеет протяженность 1300 километров, мощность 40-180, значит, и так далее. И они сложны вот биотит гранатами гнесами содержание графита значит 03 10 процента коровый углерод четыре типов пород в которых обнаружены вот эти алмазы самое интересное то что они имеют целый ряд своих типоморфных особенностей это кубические скелетные сферидальные кристаллы с определенной цветовой значит вот этой гаммой обнаружены и в породообразующих минералах мы уже говорили в гранате и и в, меж, и в пространстве и находится в тесной парагенетической связи с горосфитом Отмечается в этих породах повышенное содержание углекислоты, метана и других углеводородов. И вот все значит, вот эти фазы, видите, значит, во главе стоит углерод, то, несомненно, во всяком случае, значит, эти, эти фазы, эти углеводородные системы, конечно, играли роль в образовании этих алмазов. Здесь указаны вот некоторые свойства этих алмазов. Но первое – это высокое содержание азота. Это вот в отличие, как вы помните, от тех алмазов, которые кристаллизовались в импактных структурах. Они изотопно легкие, характеризуются вот таким диапазоном значит, углерода легкого. Но Обратите внимание на вот на какие особенности алмазы из метамальтических поворот как читавского массива. Во-первых, они слагают месторождение Кумдеколь. То есть там были подсчитаны запасы, и оказалось, что это месторождение. И вот на сегодня я вам могу сказать, что это месторождение лежит, и никто его не берет. Почему? Потому что мы вот ниже посмотрим фотографии этих алмазов, и, конечно, они далеко лежат от алмазов, из которых мы потом делаем бриллианты. Они мелкие по размерам, значит, у них свои особенности, вот морфологические и другие. среднее содержание вот в этом месторождении – 20 карат, это Умножить на 0,2 грамма, и э, это очень большие содержания. Это на порядок выше, чем содержание алмаза в большинстве высокоалмазоносных кембелитовых трубок мира. Значит, содержание неравномерно, от 100 карат на тонну до 23 и так далее. Чудовищные запасы этих алмазов. И, значит, размер их небольшой. И вот что интересно, что установлена связь концентрации алмазов со степенью графитизации, мецематоза, пелетизации и так далее. И второе, концентрация алмаза увеличивается к тем проявлениям гранитизации, это так называемые массивы значит, плутона, гранит, в который прорывают вот эти эклогитовые породы. Несомненно, есть определенная генетическая связь между этими гранитами интрузивами и значит, вот этими алмазоносными толщами. Вот здесь значит, хорошо видны вот эти алмазы. Это с применением сканирующего электронного, сканирующего электронного микроскопа вы можете при больших увеличениях увидеть вот эти кристаллы значит, под этими микроскопами. Точно так же, как сегодня нам показывали здесь под обычными микроскопами, мы можем увидеть породы, минералы и так далее. Но здесь очень большие, вот до тысячи крат увеличения. Значит, видите, какие они все значит, измененные, скелетные и так далее. Конечно, найти применение промышленности с таким алмазом э, на сегодня затруднительно. Поэтому вот это месторождение лежит и до сих пор не осваивается. Конечно, есть определенные закономерности в составе тех минералов, в котором находятся эти алмазы. И самое главное, что вот эти все закономерности, независимо от того, где, в какой части Земли находится эта порода, они одинаковые. Это говорит о том, что есть определенные генетические особенность в кристаллизации метаморфических пород в том числе и тех пород в которых находится алмаз и вот мы теперь приближаемся с вами к тем типам пород которые слагает значит промышленно алмазоносные тела это кимбелиты и лампорейты они принадлежат к единой формации ультраосновных пород Иффузивного облака, существенно-оливинового состава, то есть у них есть свои особенности. Значит, они установлены на всех континентах, а вот лампараиты -то только в Австралии. И только эти породы являются промышленный алмазоносной. То есть все, что мы говорили о космических алмазах, метеоритах, ампактитах и так далее, оттуда алмаз не добывается. А вот из кимбелитов и лампроитов алмаз добывается. И у нас в России есть два месторождения. Два месторождения значит, вернее, две провинции. Это вот Якутская большая провинция, где порядка 1200 кимбелитовых тел, многие из которых алмазоносные. И здесь же располагается уникальное месторождение Трубка Мир, Трубка удачной, Интернациональная и так далее. И вторая провинция, недалеко от города Архангельского, это Архангельская провинция, где два месторождения. Это Трубка Гриба Владимира Павловича и значит, месторождение Ломонос, которое сложно из шести тел. Так вот, большинство, есть закономерность в распределении вот этих трубок значит, по поверхности земли они приурочены к древним. Вот платформы, значит, у нас имеются на земле, и вот эти вот самые, это такие, значит, огромные блоки, и вот в этих блоках, значит, мы выделяем такие, значит, станции или, значит, более мелкие блоки, которые устойчивы при движении, значит, вот этих платформ, блоки литосферы, и вот в этих блоках располагается располагаются вот эти кимбелитовые трубки. Что такое кимбелитовые лампроитовые трубки? Это вулканические тела, значит, и вулканы выносят на поверхность все те типы пород, через которые проходят, значит, эти вулканические тела, выбрасывают их на поверхность, в том числе и те породы, значит, с которыми связан алмаз. Вот возраст кимбелитов, он варьирует в широком диапазоне от полутора миллиардов лет до 90 миллионов лет. И у нас, например, в Якутии значит, выделяется кембелитовый магматиз с возрастом от 50, то есть 5 циклов, кембелитового магматизма. И вот наиболее продуктивные, то есть алмазоносные тела, они имеют, неважно где, в Якутии, или в Архангельске, или в Южной Африке, они имеют вот такой возраст 350-370 лет. Это значит, что в это время было какое-то событие определенное большое, которое формировало вулканические тела, очаги которых располагались на 150-200 километров в области, где у нас имеются вот эти значит, мантийные древние алмазы, которые потом выносились на поверхность Земли. И вот здесь мы видим, значит, на вот этой карте, на всех платформах у нас располагаются э, в той или иной степени алмазоносные тела. Среди них вот есть те тела, которые в России, значит, Америка, Южная Америка, значит, в Индии месторождение имеется небольшие месторождения в Австралии, Африка великолепный, комбини... этот самый, великолепный э, район в этом отношении, то есть на всех платформах, но, но, не просто на платформах, а в тех частях платформ, которые остались, остались жесткими с начала образования чуть ли не там, с 2,8-2,5 миллиардов лет. И вот в них как раз, в глубинах, на глубинах порядка 150, значит, 200 километров, вот оттуда выносились, значит, и породы вместе с этими алмазами. Содержание алмазов в этих породах сильно колеблется, значит, от там первых десятков до вот пяти карат. Но у нас есть уникальная трубка. В Якутии трубка интернациональная, в которой до 8 карат на тонну. Грубо говоря, значит, можно ведром набрать породу, значит, и вот в, этой, в этом ведре вы увидите достаточно много алмазов. Но есть одна очень интересная цифра, которую я вам сейчас приведу. Все добытые алмазы, добытые за вот эти тысячи лет, значит, сотни-сотни лет, вот все они увещаются в одном железнодорожном вагоне. Представляете, да? То есть вот сколько было добыто за всю историю добычи э, алмазов, начиная от древних времен. Всего один железнодорожный э, вагон. И вот, значит, э, э, его добывали и добывает, конечно, несомненно, с двух позиций. Первое с точки зрения красоты этого алмаза. И, значит, вот вы знаете про вот бриллианты и так далее. Ну и второе, так сказать, учитывая его твердость, твердость и, значит, его другие какие-то свойства, которые дают возможность на, нам применять его в тех или иных областях промышленности, в компьютерной технологии и так далее. Причем они различные по цветам. И вот, например, когда, когда обнаружили трубку Аргайл, это был конец 80-х годов, где-то середина 80-х годов, и там пошли алмазы необычайные, вот лилово-пурпурные окраски, долго определяли его цену, очень красивые, и, и до сих пор там, значит, эти алмазы находят. И у нас, вот в Архангельской провинции, в трубке гриба, тоже появляются вот эти вот алмазы лилово пурпурной окраски. Конечно, они могут быть, эти алмазы, необычайно, значит, большие, например, вот кристалл алмаза кулинан, эти кристаллы слагают корону Английской королевы. Вот он найден был в 1905 году. И вот смотрите, какой он имел вес 621 грамм значит, и 1106 карат. Вот. Он был еще сколот, поэтому, значит, поэтому понятно было, что он был еще больше. Но ну и вот у нас тоже в трубках удачный мир на протяжении десятков лет находят все время достаточно крупные алмазы. Они именные. Потому что поскольку, значит, это является достоянием нашего государства. И у нас есть специальный ломозаносный фонд значит, алмазный фонд в Кремле. Вы туда можете попасть и, и попасть и посмотреть эти алмазы на его, прикоснуться вот к этому чуду. А вот где, в каких породах эти алмазы, значит, вот формируются? И вот как раз мы видим вот эти породы, которые вынесены вот этими вулканическими телами. Это алмазоносные клагиты. Они, они значит, образуются двумя минералами, гранатом и пироксеном. И вот, пожалуйста, здесь великолепный октайдер, до сантиметра, очень большие кристаллы, хотя внутри могут быть еще очень много мелких алмазов. Это вот, значит, сросток алмазов. Это вот уникальные такие находки, которые дали нам уже доказательство четкое, что алмазы образуются вот в таких типах матийных пород. Здесь показаны фотографии крупных кристаллов алмаза из вот различных трубок Якутии. Например, трубка мира алмаз-звезда 232 карата. Рудник, значит, мирный, коса соколиная, значит, большая, большая медведица, горняк. Смотрите, как интересно, они все разнообразны по форме, по цвету там, ну и так далее, и так далее. Ну вот сходите в алмазный фонд, и, значит, вы там можете прикоснуться вот к этой красоте. Значит, вот эти вулканические тела, которые имеют кольни на больших глубинах, они установлены на всех древних платформах мира, и доминирующие их формы это вот э, вулкани, вулканические жерла. Это, знаете, это как вот, предположим, выстрел, значит, сверху э, в землю, выстрел, который, значит, вот сделал такую уникальную, знаете, она, кстати, дырка очень красивая, она очень хорошо смотрится из э, самолета, и они имеют э, Разнообразие по размеру, по морфологии, глубине заложений и так далее, по свойствам морфологии алмаза. И вот это все определяет различную степень значит, алмазоносности этих тел, качество и содержание алмазного вещества. Но есть определенные, значит, определенные свойства алмаза, которые, значит, определенной морфологии, которые, по которым мы изучаем алмазы и так далее. И вот эта таблица, я не буду о ней много говорить, но я хочу вам сказать только одно, что, значит, трубки отличаются по разнообразию алмазов. И вот, например, трубка интернациональная, это 8 карат на, тонну, это самая богатая трубка в мире. И там в основном это все октайдеры. А вот если, предположим, мы берем вот эти алмазы из трубки интернациональной, это вот все октайдеры большинство. Что такое октайдер? Это, это ростовые вот грани. Это значит, что Малас не претерпел растворения, он рос, и после роста он быстро выносился на поверхность вот этими вулканическими телами, и э, вот алмаз сохранил вот все свои вот эти морфологические особенности и э, богатое содержание. А вот если мы берем, например, месторождение Ломоносова, вот эти вот, то морфологически это уже другой аспект. И смотрите, значит, есть и округлые алмазы, и растворенные и так далее. Это значит, что вулканические тела они по-разному формируются вот этими вулканическими извержениями, и значит некоторые вулканы работают таким образом, что материал быстро доставляется до поверхности Земли вместе с алмазом с глубин, а другие трубки, в которых этот материал доставляется медленно и с алмазом и с другими минералами происходит растворение, разрушение, изменение, поэтому содержание алмазов в разных трубках э, разное. Оно зависит от содержания этих кристаллов на больших глубинах, где они формируются, и от того, с какой скоростью выносятся эти алмазы на поверхность теми или иными вулканическими телами. Но алмаз, эти э, мантийные породы, значит, это глубина вот 150-200 километров. Он формируется вместе с другими минералами. И все минералы, значит, вот эти ассоциации делятся на перидотитовый значит, и клагитовый парагенез. И вот смотрите, какая куча минералов образуется вместе с алмазом. И что удивительно, то, что на первом месте и там, и там, среди, значит, других минералов на первом месте стоит алмаз, а потом уже идут все другие минералы, которые вместе с ним кристаллизуются. И для того, чтобы понять, какие минералы, что они собой представляют, состав, конечно, надо было с одной стороны значит, алмаз, там, распилить, вытащить э, эти минералы. Или применить вот эту технологию, о которой я вам раньше говорил. Можно изучать эти минералы, не вскрывая э, из -э, алмаза то, что мы сегодня можем сделать. И это дало возможность на современном уровне нам значит, сказать, какие минералы формируются вместе с алмазом, исходя из э, той изученности за десятки лет э, вот, э, Которые мы имеем из банка этой изученности благодаря тем уникальным локальным методам, которые на сегодня у нас имеется. Но, кроме твердок в амазе, неважно, метеоритный, космический или там, предположим, вот, земной, значит, оказывается, есть и флюидные, то есть жидкости, газы. И вот это очень интересный момент. Почему? Потому что сначала, когда таких методов у нас не было, предполагали, что значит, углерод находится вот с какими-то элементами, например, железом и так далее. В этих глубинах, вот вместе с этими минералами и путем значит, химических реакций выделяется углерод и кристаллизуется алмаз. Потом появилась возможность изучать те микровключения, которые сложены жидкостями и газом. И оказалось, что вот эти флюидные включения тоже играют огромную роль в кристаллизации алмаза. И значит, они тоже имеют определенную систему и систематику. И это дало возможность нам сказать, во-первых, что это за флюидные включения, чем они охарактеризованные, значит, что там, метан где-то есть, есть, есть где-то, значит, СО2, где-то там СО, значит, и так далее, давление, температура их рассчитать и так далее, и это все дало возможность нам говорить на сегодня о, мет... о материнской среде кристаллизации алмазов-кембелитов. Биологические исследования вот включений природных алмазов показали, что среда является гетерогенной, сложной, непростой, и ее фазовый состав определяется совокупностью вот всех этих и минералов, и водных каких-то, значит, и других флюидных систем. Это силикаты, сульфиды, карбонаты, фосфаты, хлориты, значит, это вода, углекислота и так далее. Вот, вот Вся эта сложная система, конечно, любая природная система, вы понимаете, она сложная, она не состоит из одного-двух-трех элементов или минералов. Конечно, это сложная система. И вот в этой сложной системе формируются алмазы вот, разные по своим составом, свойством, размером и так далее. Мало того, на сегодня весь экспериментальный материал, потому что экспериментальная база тоже сильно развита, и я вам могу сказать, что мы можем получать сегодня синтетические алмазы, такие же крупные, как и природные алмазы, то есть это и 100, и 200 карат, и они э, ничем не отличаются от природных алмазов. Значит, и вот вся эта совокупность данных показала, что э, мы можем выдвинуть на сегодня и аргументировать карбонатно-силикатную, мантино-карбонатную концепцию ростовой следы для доминирующей массы природных алмазов, кембелитов и лампрейтов. Но, что самое интересное, предположим, мы говорили о том и очертили тот разрез мантии, в который кристаллизуются алмазы передатитовые и клагитовые, 150-200 километров. Но, значит, в определенных районах были э, обнаружены алмазы с минеральным включением из больших глубин. Уже с глубин 300 километров, 400, 500, 600 до 700 километров. Представляете? Причем, что самое интересное, вот эти вот фазы минеральные, которые были обнаружены вот на этих глубинах, уникальные по своим так сказать, составам и свойствам, это минералы с прочными плотными структурами, которые выдерживают высокие температуры и давления. Значит, вот пожалуйста, вам 150-200 километров орта, клина, пироксен, граната, левина. Это вот та классика, которая, значит, была обнаружена в алмазах из кембелитов. Потом, значит, были обнаружены другие минералы, которые крестуются и на больших глубитах. Это, значит, вот зелиты, вот формула, лингвудиты, майджариты, значит, магнезию висит и так далее. И вот на сегодня мы вот эту всю шкалу по давлением, температурам и глубинам, вот всю мы ее можем вот так расклассифицировать. И ведь никто из нас не бывал на этих глубинах. Мы, это мы говорим из теории, и мы говорим из тех экспериментальных работ, которые мы значит, проводим, и из того материала, который нам на поверхность доставляет вот эти вулканические аппараты кимбелиты и лампроита. И вот эта вся совокупность данных дает нам возможность сегодня четко говорить о тех минеральных фазах, которые из которых сложены значит, вот эти глубины. Мало того, на сегодня мы уже можем дойти до 2000 километров, об этом я сегодня не буду говорить, и там огромную роль играют значит, другие, э, другие минералы, другие системы. Короче говоря, э, на сегодня мы уже совершенно э, четко и достаточно хорошо и обоснованно можем э, сказать о тех физхимических параметрах кристаллизации минералов на достаточно больших глубинах от вот, внутреннего ядра металлического, металл-никелевого и так далее. И вот где у нас, вот где-то здесь начинают появляться вот эти э, силикаты, уникальные минералы со своими плотными структурами. И таким образом мы можем дойти вот до поверхности Земли. Вот э, это э, существенно. И вот за достаточно, можно сказать, короткий промежуток времени, но 50, предположим, лет, мы уже можем дать достаточно полный размер, э, этот разрез, и дать обобщенную модель, вертикальный разрез земной коры, мантии и ядра и сказать, значит, где, на каких этапах формируются кристаллы алмаза. Дискретно, вот уровень 700 километров вот со своими так сказать, минералами, вот уровень там 400 километров, 300 и так далее, вот разрез коры, значит, вот это мантии. И вот эта вся система, значит, она каким-то образом связана друг с другом. И все те движения, которые происходят, субдукция, перемещение платформы и так далее, они играют роль не только в кристаллизации алмаза на тех уровнях, но и их в изменении, растворении и так далее. И выносит теми аппаратами вулканическими, которые выносят эти алмазы на поверхность. И дают нам возможность досконально э, изучить эти алмазы, свойства, вместе с другими минералами, не будучи там, на этих глубинах. Если... А вот интересный еще такой момент. Смотрите, мы в космосе побывали, на Луне побывали, значит, на Марс уже аппараты. А смотрите, на глубину скважины у нас пробурены на сверхглубокие только до 12 километров. То есть насколько э, сложна должна быть технология для того, чтобы нам хотя бы проникнуть на глубину 50 километров. Но я думаю, что с годами мы э, подойдем и к этим 50 километров. Э, здесь показаны источник, э, алмазные источники из других типов пород. То есть вот мы говорили с вами значит, о метаморфических породах, об импактных структурах, о кембилитах фрапорейт, но оказывается, есть и другие типы пород, с которыми связаны другие кинетические типы алмаза. Вот такой тип пород минеты, новый тип алмазоносных пород, это 90-е годы. Они были открыты в Канаде, надо сказать, что к ним значит имели отношение к открытиям и наши ребята ученые которые значит там вот открыли дайку алмазную северную. Все эти месторождения представляют единую систему алмазных месторождений нового типа с достаточно высокими содержаниями алмаза до 12 карат на тонну. Значит, это дайки мощности 4-5 метра. Значит, дайки длинные достаточно, и самое интересное, что они имеют достаточно древний возраст. Вот еще раз я хочу вам напомнить, значит, о возрасте кимбелитов, ромплоитов, он очень, значит, разнообразный, от миллиардов до миллионов, а в данном случае это возраст 1,8 миллиарда лет. Здесь вот в Канаде показаны два источника этих алмазов. Значит, это район Аклуака и район Вава. Петрохимические это вот щелочные утрикалевые породы и три минерала главные калиевый штат, биотит, апатит. И самое интересное, что они отличаются определенной вот своей геохимией, эти породы, и, значит, изотопными составами. И второе, это то, что они в значительной степени изменены, метаморфизованы и так далее. Но самое интересное, что в этих породах обнаружены единичные зерна минералов, которые являются индикаторами мантийных глубин. Точно такие же минералы по составу, как и минералы из кимбелитов лампраитов. Это говорит о том, что между минетами, этими основными породами и мантинами, теми минералами, есть определенная связь. Вот их внешний вид этих минералов, в том числе и алмазы, гранаты, эльминиты и так далее. И здесь вот дана характеристика алмазов. Размер алмазов небольшой, значит, поэтому их трудно применить значит, в каких-то каких-то вот аспектах ювелирных разнообразие форм, значит, окраски вот такие существуют. Но вы сами знаете, что бриллианты это наиболее красивые, это те, которые бесцветные. Алмаз ювелирного качества практически отсутствует, поэтому, значит, на сегодня вот что с тем, чтобы перевести их промышленные, есть определенные затруднения. Вот их тип, и надо сказать, что в определенной степени, значит, они достаточно сильно растворены. Так вот, в конечном итоге, если говорить об этих типах пород, то первое, мы обращаем внимание на достаточно древний возраст, на их перер... сложную переработку, значит, длительную эволюцию. И, значит, конечно, какое-то родство, значит, какая-то взаимосвязь с алмазом антиного происхождения. И это говорит о том, что это сложный эволюционный, значит, разноплановый характер магматизма мы имеем на этих территориях, которые включают и трубки кимбелитовые, и дайки вот этих минет. И это, несомненно, значит, мы имеем возможность, возможность, говорить о том, что дайки связаны каким-то образом значит, корнями вот, с мантинными источниками в области стабильности алмазообразования, что и позволяет нам говорить о том, что минета является, значит, определенными носителями вот, алмазов мантинного происхождения. Значит, следующий тип – это уже алмазоносные комытииты. Это мы перенесем в район Дашеня, Дашани, Французская Гвиана. Это у нас уже Южная Америка. И это вулканические тела, вот такие толще, мощные, значит, развитые в одной из частей для внешней основной вулканической дуки. Возраст 2 миллиарда лет. И это является основной частью вот эти лавы Гвианского щита. Значит, и занимает достаточно большую площадь. Здесь тоже достаточно большое содержание алмазов, но размер их вот миллиметра и чуть больше. Содержание до 4 карат и облик кристаллов кубы купа актерайдеры и так далее и сейчас мы как раз посмотрим с вами вот значит где они находятся вот эта а, точка значит и вот эта область а, и вот разнообразие а, значит по своим морфологическим особенностям и вот что интересно значит если мы берем иск из, из э, минета о чем мы говорили канадских то диапазон изотопии от минус 2 до минус 14, это ближе к мантинному, а в данном случае из ближе, ближе к коровому. Поэтому возможно, что значит, они имеют свою природу образования, в отличие вот от этих минет. И смотрите, как интересно, значит, на этой вот треугольной, такой примитивной диаграмме значены области по соотношению значит, элементов тех или иных породов, в которых обнаружены алмазы. Вот здесь кимбелиты, пелидотиты – значит, дальше у нас идет каметииты, значит, дальше у нас телитовый базальты и так далее. И вот диапазон находок алмаза, он уже достаточно большой, и спектр их большой. Это говорит о том, что, значит, алмаз может кристаллизоваться в различных типах пород, в различных ПТ-параметрах. Ну и последнее, о чем я хотел сказать, карбонатиты. Вот еще один новый тип алмазоносных пород, установленный вот в Узбекистане, и там тоже найдены, значит, значит, алмазы более 200 зерен. Вот с такими, значит, величинами. Форма актерическая, желтовато-зеленая и так далее. Ну и, наверное, конечно, вот можно сказать здесь о том, что эти алмазы кристаллизуются в карбонатно-силикатной системе. Так вот, если мы сейчас все это дифференцируем, все эти генетические типы, дифференцируем по возрастам и так далее, то смотрите, мы обратим на что внимание. гигантские космические алматы порядка 11 миллиардов лет. Алмазы из метеоритов порядка 5-4 миллиардов лет, чуть более раннее значит, возникновение Земли. Алмазы из импактитов, метеоритные дожди и так далее, из них вот наиболее известная попегайская структура с большим содержанием алмаза, 37 миллионов лет. Метаморфические породы, здесь спектр возрастов большой от 4 миллиардов лет до 4 миллионов лет. И везде в том или ином количестве на, на, э, имеются алмазы. И среди них, конечно, э, яркое это месторождение кумдеколь вот в Кочетасом, в Кочетарском массиве э, э, в Казахстане. Алмазы из кимбелитов. Только с ними связаны промышленные алмазоносные тела, откуда мы добываем сегодня алмазы. Значит, возраст алмазов 3,5 миллиардов лет. Несмотря на то... От 3,5 миллиарда до возраста кимбелитов, несмотря на то, что возраст кимбелитов достаточно яркий и большой от полутора миллиардов лет до там, 20 миллионов лет. Значит, какая контрастность? То есть, э, скажем так, если возраст там, например, 100 миллионов лет, а возраст алмазов 3 миллиарда лет, то есть, вот они лежали. Там в мантии до определенного момента, когда возникали очаги кимбелитов, которые вытаскивали их на поверхность, значит, они были уже в холодной мантии, в тех холодных областях мантии, в которых они когда-то кристаллизовались. И только потом, спустя в результате каких-то геологических, тектонических процессов, возникали новые очаги, и вот эти очаги вытаскивали эти алмазы вместе с теми мантийными породами, в которыми они находились». Дальше вот из минет возраст 2 миллиарда лет. Комытииты, вот эти вулканические, мощные пластовые дела 2 миллиарда лет. Это тоже э, достаточно большие содержания алмазов. Но на сегодня значит, их трудно брать только в той, по той причине, что там нет ювелирного качества. И, но тем не менее их берут, используют для промышленности и так далее. И, наконец, алмазы из, из карбонатитов. Комплекс это экзотика, но тем не менее, все равно они имеются. И его состык 250-200 миллионов лет. Вот смотрите, от 11 миллиардов лет до 4 миллионов лет. Это значит, мы имеем э, возможность по алмазам, то есть алмаз является трассирующим минералом, который вовлечен э, в общие так сказать, закономерности или. Э, изменения планет космической группы, в том числе и Земля. Алмаз образования связаны с эволюцией звезд и космических стекл во Вселенной. Это вот эти космические крупные тела. Новые данные все более и более расширяют спектр размноженных пород то, что связано с внутренней эволюцией Земли, и это нам дает возможность предположить новые гипотезы, концепции их образования органично увязывая эти гипотезы с эволюцией планет Солнечной системы, планеты Земля. И обобщая вот рассмотренный материал, мы подчеркнем, что наблюдаемая полигенность это значит разные источники природного алмаза образования, приобретает на сегодня глубокий генетический смысл. И мы это вот уже захватили. Мы идем по этому направлению, и впереди нас ждут новые открытия и новые генетические типы алмаза. И очевидно, что на сегодня мы прослеживаем образование алмазов во всем геологическом и историческом масштабе времени формирование звезд, планеты и планета Земля в разные физико-химические обстановке, рассматривая по этой условии параметры кристаллизации алмаза. И значит, в заключение я хотел бы сказать следующее, что с одной стороны мы видим полигенность, то есть образование в разных, а с другой стороны дискретность. Я вам показывал вот алмазы, которые кристаллизуются на, на разных глубинах Земли, начиная там 700 километров. В следующий раз, возможно, мы протянем эту веточку туда глубже, до 1000 километров и так далее. И вот это внутреннее, так сказать, многообразие алмазов, дискретность природного алмазообразования в глубинах Земли обусловлена различными возрастами магматизма значит, гетерогенностью, то есть сложностью состава и состояния мантии Земли, связано с, с разными геодинамическими процессами, которые происходят на Земле, с сундукцией, с плюмами и так далее, различными флюидными составами и режимом в области генерации алмаза. То есть я хочу вам сказать в заключение о том, насколько разнообразен мир, даже если мы рассматриваем только один минерал алмаз, который сложен только одним элементом, углеродом. И вот на этом углероде, в этом алмазе, значит, мы постарались показать вот это все многообразие, которое вот сложено вокруг нас. Это только частицу мы с вами здесь вот ее захватили. Мы не берем какие-то другие аспекты всего этого материального, значит, вот такого природного мира. То есть мы живем в прекрасном, сложном мире и познать этот мир ⁇ наша задача, в том числе, конечно, и нас. Это счастье, что вот так Бог дал нам возможность жить на этом свете, я еще раз хочу вам сказать. Но надо ее прожить так, как говорил Островский, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прошлые годы. Спасибо вам, мои дорогие, успеха вам большого и здоровья! Спасибо огромное. Сколько Виктор говорил, Константинович, такой оптимистический такой финал. Замечательно поднимает настроение. Ну и конечно. теперь время вопросов и ответов. Пожалуйста, друзья. Осталось что-то у нас. Осталось у нас там, да? Есть, да, да. конечно. Я просто не знаю, сколько. Да, все у нас. Этого. Мы успеваем, уложились по времени. Поэтому, пожалуйста, какие и у кого есть вопросы? Микрофон стоит около сцены. Где-то, да, ребят? Или не стоит он, там? Сейчас его туда принесут, и поэтому Виктор Константинович, вы можете подойти к сцене, чтобы видели э, задающих вопросы, и а мы видели всех. И те, вы, пока задает, думайте, и те, вы пока думайте, вы пока думайте, мои дорогие. Отвечает. Я хочу вам сказать, конечно, я сегодня очень польщен, что меня сюда пригласили. Я представляю не только Московский университет геологический факультет, но и метеорологический музей Минфесмана, метеорологический музей имени и там. Э, собраны уникальные коллекции минералов, значит, которые собраны на протяжении в 2016 году нам будет 300 лет. И вот прикоснуться к этой истории и, значит, и познакомиться с теми уникальными образцами, которые держал в своих руках Петр I. От Петра I коллекция собрана. До сегодняшнего дня она все время пополняется. Я хочу вас... Пригласить в этот музей, он находится на Ленинском проспекте, и посмотреть на это чудо, поскольку это чудо, оно само по себе прекрасно, посмотреть на эти величественные образцы от микро до макро, а с другой стороны само здание, это конюшня графа Орлова. Понимаете? Вот какие имена мы чувствуем вот в этом, вот охотный ряд, там манеж, но сгорел сожгли, как угодно называйте, и этого чуда не видим. А вот этот манеж, мы его видим в том виде, в котором он был создан графом Орловым. И потом это была летняя резиденция императорской семьи. Вот в любом каком-то старинном вот Ленинграде, в Ленинграде, в Юсуповском дворце и так далее. Я хочу сказать, что как много мы потеряли вот этих сокровищ совершенно за вот ту сложную историю значит, которую, через которую мы прошли начиная с революции и так далее и какие уникальные совершенно шедевры и как они делались с теми уникальными мастерами которые приложили к этому руку и наше счастье что мы можем смотреть любоваться значит не все потеряно как оказалось слава тебе господи значит и мы можем прикоснуться к этому руками. И здесь вот у вас, я вообще-то могу сказать, что я поражен. Вот я просто кланяюсь перед вами и тем коллективом, который здесь работает, потому что сделать такое чудо, значит, вот во все эти трудные времена добиться, чтобы это все работало и так далее, это же сродни подвиг, Потому что вы сами понимаете, значит, что эта наука, она не, не так у нас финансируется, это не, не то. Я сразу вспоминаю Петра I или Великую Екатерину, значит, которые, прежде чем создать Российскую Академию Наук, долго думали, какая должна быть концепция именно Российской Академии Наук, тем, чтобы она отличалась от других, имела свое лицо. Тщательно подходили к этому делу, понимая, что роль науки в обществе, она должна только возрастать. Потому что, вот смотрите, чем больше в нашем обществе музеев, театров, университетов, тем, естественно, наши... Э, ну, я не говорю, что планетарий музей, вы меня поймите. То, да, таких вот заведений, значит, научно-практических, популярных, тем больше знаний получает вот наша молодежь. Начиная вот с такого, тем более просвещенным становится наше общество. Вот это должно проникать в сознание не только вот большинства, но и тех руководителей, которые наверху сидят. Ведь смотрите, Петр I, значит, когда закупил первую коллекцию из в 1195, и привез в Россию, он мог бы, как тогда делали, держать эти минералы у себя значит, в покоях, привести Меньшего и сказать, смотри, у меня есть, а у тебя нет. Нет! Он думал о том, как просветить народ. И смотри, какая гениальная фраза по поводу кунсткамеры. Создать, ну я коротко просто, создать, чтобы каждый мог видеть. Все. Вот первый публичный музей, а ведь человек был занят войнами и, и, и что ему дело до какого-то этого, так сказать, музея? Нет, он думал об этом, вкладывали туда деньги, значит и развивали. Уж я могу сказать, что понимая, что э, народ не столь просвещенный, значит э, было даны 400 рублей денег на угощение. То есть зашел туда с товарищем, вот я геолог и мой товарищ геолог, мы зашли значит, и по выходу по чарке водки получили. То есть зашли, вышли и нас наградили. Можем еще зайти туда могли. Вот как привлекали, как привлекали. Думали, что надо привлечь. А как привлечь? Вот нашли такой выход. Это просто один из таких. А второй, значит, случай. Вот Екатерина Великая и так далее. Нам говорили о том, что там балы туда-сюда. Какой там балы туда-сюда? Она сама шлифовала яшму, и делала из них вот эти самые, как они называются, табакерочки и так далее, для того, чтобы понять вот этот весь процесс. И в Горном университете, Горный институт будете, в Ленинграде обязательно побывайте. Музей, значит, в Горном университете, в его, так сказать, создании, лично принимала участие, лично смотрела те шкафы, вот, которые до сегодня там стоят с минералами и так далее, они понимали, что все минеральное богатство, которое есть у нас в России и вокруг, оно должно работать на будущее. И вот то, что здесь вы делаете, значит, это, конечно, только служит, так сказать, это только похвала и больше ничего, поскольку, поскольку я, например, честно говоря, поражен то, что вот этот суровый день, значит, вы пришли, но я не говорю, что вот пришли там на меня посмотреть. Нет, вы пришли в планетарий, вы сели, вы смотрите, вы слушаете, с вами дети, вы образовываетесь, через вас по цепочке передается эта сумма знаний другим людям и так далее. И в этом, в этом процессе, я надеюсь, есть тот стержень, который все-таки двигает Россию вперед и делая ее уникальной и мощной, так сказать, державой, о чем я, конечно, скажу так, твердо уверен в этом. Почему? Потому что вот если проследить 300 лет истории музея, то там были и периоды подъема, и падения, очень сложные вот это все за 300 лет. Но совершенно очевидно, что несмотря на это, есть движение вперед. И сегодня люди приходят, смотрят, любуются и так далее. Значит, делая вывод отсюда, мы можем с уверенностью сказать, и вам могу передать это дело, что несмотря на все трудности и так далее, которые нас ждут. Все равно мы двигаемся вперед, и все равно мы сделаем все то, для того, чтобы наша страна была все более красивой, мощной, особенно с такими прекрасными, красивыми людьми, которые живут в нашем Отечестве. Блестящие. Вопросы, пожалуйста. Да, Василий Титов, нам в музее Ферзмана сказали, что искусственные алмазы делать дороже ювелирного качества, чем Я разрабатывать пользуюсь. ювелирные. Почему? Я сейчас вам скажу, с искусственными алмазами здесь садись, потому что это очень интересная тема. На сегодня она приобретает очень интересные экономические и искусствоведческие там и так далее факторы. Во-первых, на сегодня мы можем... Совершенно спокойно технология позволяет нам выращивать крупные кристаллы, достаточно большие. Все только опирается, упирается в материалы, которые мы применяем. Ну, алмазы кристаллизуют в специальных камерах, значит, из очень дорогих материалов, сверхплотных там и так далее. Вот в чем упирается, в экономику. То есть на сегодня экономически целесообразно мы это прошли. Делать 50 карат. 50 умножить на 0,2, ну это достаточно прилично. Это пройденный этап. Дальше уже все упирается в экономику. Несомненно, что через год, через два мы это тоже пройдем. Потому что вот одна такая камера, она работает на один алмаз. Значит, ты спек, получил алмаз 50 карат, ты его выкидываешь. Понятно, да. Если бы мы научились что-то там внутри менять, а не вместе с этой установкой, было бы нам легче. То есть работает экономика. Теперь второе с этими искусственными алмазами. Вообще это очень сложная такая вещь. Почему? Потому что и здесь надо все просчитывать. Потому что на сегодня мы настолько далеко продвинулись с природным алмазом, продвинулись с точки зрения облагораживания его. Ну, например, наиболее ценный алмаз это тот, который бесцветный. Там играет гранями, все, бриллиант. Хорошо, трещина. Мы сегодня элементарно научились ее залечивать. Разными способами, не будем говорить о каких нибудь залечивать. Значит, мы расширили спектр продаваемых алмазов по цене, как ты понимаешь, значит, не той, сколько он стоит, а ниже. Мало того, теперь синтетические кристаллы. Причем синтетические кристаллы мы можем делать сейчас и желтые, и красные, и бесцветные и так далее. Значит, вот эта трансформация от природного до синтетического алмаза, значит, она, конечно, давит на экономику. Но здесь еще очень интересный аспект, который вот для дам будет очень интересно. Значит, ну, конечно, дамы любят крупные кристаллы, крупные бриллианты, это все понятно. А вот еще в связи с этим скажите мне, пожалуйста, вот кто-то сейчас, значит, вот алмаз из древнего, из древней Индии, оттуда, значит, вот пошли наиболее древние, значит, а он же никуда не растворился же за это время, да? Как звать тебя? Вот ты сейчас выходил? Да, Вась, значит, он же никуда не, не исчез, но часть куда-то там разрушит и так далее. А куда делась эта основная часть? Там было допыта много кристаллов. Где они сейчас? Ну да, вот те, те которые там были у шаха, Шаха и так далее. Конечно, они в каких-то новых бриллиантах живут. Ну, понятно, что попал, например, к тебе какое-то время, появилась новая технология, его разбили, сделали из них два бриллианта, понимаешь, да? То есть они прошли сложный путь, и большинство из них никуда не ушло. Они здесь. Вот если бы нам иметь возможность раскрыть вот эту историю оттуда-сюда, вот этого кристалла, конечно, это была бы скажем, фантастика, да, преследить вот этот исторический путь всего этого дела. Ну, может быть, когда это будет. Но вот я уже вам говорил о том, что мы кристаллы, алмазы, алмазы, а все, оказывается, за всю эту историю добыли только жел... один железнодорожный вагон. Только один железнодорожный вагон. И вот ради этого, значит, мы входим туда внутрь, добываем, смотрим, значит, ювелирные изделия делаем и так далее и развиваем всю эту отрасль, потому что красота, конечно, она все время идет вместе с нами, особенно то, что касается нашей вот второй половины наших красивых дам. Да? Давайте еще. Да любой вопрос задавайте. На какой-то я не... Вот он сейчас хочет задать мне каверзные вопросы, я его знаю. Большое спасибо, Виктор Сейчас Очень образный доклад у вас был. Александр Докучаев, я ваш коллега из Института биологии да. рудных месторождений. Я хотел бы, чтобы вы уточнили. Вот алмаз, он плавает в мантии да, на глубине 300 километров. Да? Вот сегодня, предположим, плавает. И потом вдруг фантастически. Нет, что-то плавает, а что-то ну, да, заморожено. Ну, да, вот да, да. Предположим, сегодня происходит катастрофа, да, и этот алмаз да. оказывается на поверхности. поверхности. С какой скоростью, с глубины 300 километров, он поднимется на поверхность? Ну, и... я могу, я, конечно, это сам сейчас не помню. Ваганов такой есть, а может быть, ты тоже его, Валера, мой одноклассник, однокурсник, значит, вместе с Перчуком нашим покойным выдающимся учеником. Они просчитывали эти скорости. А вот для показывал месторождение танциональной октайдры, конечно, это была, э, скажем так, чудовищная скорость, очень большая. Но понимаете как? Для того, чтобы значит, вот это все движение было, для этого нужен, вот если все стационарно стоит, никуда ничего не двинется. Вот я для Сережа, да, его зовут? Степа. А, Степа, да. Вот если все стоит, то, значит, оттуда ничего никуда не двинется. Нужно, чтобы папа твой, он достаточно сильный человек, чтобы он толканул вот это дело. Тогда, ну, значит... Пробить такую... Да, воду. для того, чтобы, особенно с той глубины. Значит, значит где-то должен быть какой-то толчок. А как толчок? Платформы, они не просто стоят вот на одном месте, они плавают. И вот где-то они соприкасаются, соударяются, где-то раздвигаются. И вот это все, значит, толчком отдается там. А когда это дается там, на большой глубине, значит, там образуется в результате повышения температуры, там, значит, этих самых радиоактивных распадов, образуются очаги большие, значит. И вот эти очаги, значит, они начинают вот этот материал... Прот... Ну, а когда движение, то тогда трещиноватость. Если не сильная. Это движение, то толщиноватость там, ну, например, до глубины 50 километров. Значит, а глубина где-то 150-200. Значит, должны быть большие трещины э, забыл, <свят> тектонические, вот эти, да, большие, гигантские трещины корнями, которые уходят туда, на эту глубину. И только тогда, когда они добираются до этого чага, вот с этого чага материал начинает по трещинам сюда, вверх продвигаться, или с большой скоростью, если если, скажем так, прямая дыра, или с меньшей скоростью, если она усложнена, и этот материал он ищет, как ему выйти на эту поверхность. И тогда, конечно, просто не помню цифры, но это буквально какие-то метры за какие-то там секунды. Вот с такой чудовищной скоростью все это прострелилось. Если мы сверху смотрим на месторождение интернациональное, когда подлетаешь к городу Мирным, идеальная круглая вороночка такая, просто вот идеально. Но ну, обработка как идет, не хочется пустую породу забирать, правильно? Значит, поэтому вот мы ковыряемся внутри для того, чтобы только эту породу взять. Поэтому, когда сверху смотришь, она просто идеальна. То есть это выстрел буквально выстрел, который дошел до этих глубин и вытащил этот материал. Если, значит, у нас этот выстрел дошел до глубины, и он вот такой, значит, вертикально идеально прямой, значит, этот материал идет с большой скоростью. Тогда эктайда. Как только у нас какие-то трудности, значит, то тогда движение останавливается, значит, тогда окислительные процессы там, и так далее. А алмаз у нас, несмотря на то, что... Мантия, предположим, была богатой в этом месте, но на поверхности трубка может она не будет пустой, но количество кристаллов будет э, меньше. <связывая> не, не могу сказать, сейчас точные параметры, ну, поскольку, да. поскольку ну, просто я... не помню сейчас их. Да я тоже забыл, но очень большая скорость. <связывая> очень большая скорость. Я да. Еще да. Вот Валер Ваганов просчитывал. К вашему это. выступлению добавить, что про камеру и про ваш музей да, перв, первым человек одним из первых людей, которые сделали систематическое описание камней и земель куст камеры, это был Михаил Васильевич Ломоносов, имени которого... Назвали. Сейчас, это, ты знаешь, вот мы сейчас еще на два часа здесь. Я хочу вам сказать, да, что он такую тему прекрасную поднял. Значит, Петр Первый, Екатерина и так далее. Но первым сотрудником был Михаил Васильевич Ломоносов. Тоже очень интересная история. Талантливый русский мужик-поморец. Значит, но мощный, здоровый. И когда его послали учиться, значит, в Европу. Он был большой любитель выпить пивка, значит. А когда он выпивал пиво, значит, в компании и так далее, когда он выходил, как настоящий русский мужик с севера, ему хотелось кому-то чего-то там сделать. И поэтому, во-первых, он все время спорил с профессорами, потому что это был гениальный, и у него была своя точка зрения. А во-вторых, когда он отдыхал, ему хотелось там чего-то такое. Надебошилить. Поэтому каждый раз у него там возникали сложности. Они доходили до Академии наук, потому что он туда был послан от Академии наук как талантливый человек. Короче говоря, значит, Фрайберг последний, и там была большая сложность, он чуть в армию не попал, значит, в конце концов его в Россию переправили. И он появился в Российской Академии наук. Значит, академики за голову схватились, зная его истории, и не знали, что с ним делать. Потому что понимали, что сейчас опять с этим будет спорить, там, значит, кулаками будет махать и так далее. В это время один из директоров, значит, музея как раз пришел в академию, значит, просить помощи для того, чтобы разобрать все те коллекции минералов, камней и так далее, которые, а их там уже около трех тысяч. И надо было навести порядок. И, значит, обрадовались, говорят, вот Ломоносова, давайте ему туда, пусть он там с ними занимается, и на 10 лет мы о нем забудем. Такая была идея. В 1941 году Михаил Васильевич Ломоносов, там Аман работал, и забыл вторую фамилию, но неважно. Вот перед ним была задача. Минеральный кабинет – это была одна из частей Кунсткамеры. А значит, в минеральном кабинете собирались вот эти образцы да, минералов. Вот с 1941 по 1945 год. А теперь смотрите, что сделали эти люди. Они разобрали всю эту коллекцию по частям. Они ее описали полностью со всеми этикетками и так далее. Но Ломоносов продвинул это вперед, потому что каталог, это был первый каталог научный труд Академии наук. Раз. Второе, он перевел все этикетки с немецкого, с латыни и так далее на русский. Это был огромный вклад в развитие русского языка. Мало того, он занимался теорией стихосложения и, собственно, является основоположником этого дела. Поэтому, когда вот словарь языка Ломоносова, который вышел несколько лет тому назад, значит, и там вот показаны его записи, значит, алмаз что это такое. Вот там чувствуется не просто сухость, например, там минерал такой-то, твердость такая и так далее. Нет, в каждой фразе, которая посвящена того или иному минералу, чувствуется вот какая-то некая музыкальность, потому что он очень тщательно, причем, что удивительно, тогда, когда не было ни, ни приборов, ничего, он уже понимал, что надо описывать емко и точно, вот где бугорочек, где трещинка, где там что. И вот по его этим записям мы можем совершенно четко сказать о том, что было по тем записям, которые он тогда проводил. Совершенно уникальные. Поэтому сразу огромный вклад и в одно, и во второе, и в третье. То есть Конечно, Михаил Васильевич за пять лет, которые он провел, значит, вот обычным сотрудником музея, это был огромный вход, вклад в развитие разных отраслей э, науки. Да еще хочу вам сказать, в Русском музее в Ленинграде, посмотрите эту картину из Мальты. 4 на 6 метров она, по-моему, если. Значит, Елизавета, по-моему, ей планетическую мозаику вот такая значит, из камней созданная, ей принесли, значит, и ей подарили. Она вызвала Михаила Васильевича, говорит, Михаил Васильевич, ты можешь такую сделать? Он говорит, а что не сделать, я сделаю. Так он не такие делал, он делал вот такие. И он замышлял сделать 48 таких картин. Он для этого создавал смеси. Значит, он создавал эти смальты. У него была, был завод мини, скажем так, мини-завод. И он из 48 успел сделать 28. Ну, ему было 52 года, как он умер. Но некоторые из них до сегодня не превзойдены значит, по своей мощи, по своей красоте и так далее. То есть ад, скажем, какой-то генетической природы, научной, значит, он внедрял. И мы эти внедрения видим в виде картин. То есть это, это был человек не только не зарядного ума, но это был человек еще, скажем так, на том уровне бизнесмен высокого класса, который не только производил, но и который и продавал и значит показывал их и так далее. Поэтому конечно ломоносов для нас, для нас это ломоносов. Но ну, а и второе еще хочу сказать это то, что кроме ломоносова конечно еще несколько имен, которые связаны с этим музеем это вернадский и вся история музея как научного учреждения ведь э, что говорил Вернадский? Он говорил о том, что музеи это должны быть клеточки университетов, потому что одно дело, когда вы преподаете в аудитории, где стены и больше ничего, это один момент, а другое дело, когда вы преподаете минералогию в стенах музея и вы в этом музее находитесь, это совершенно другая э, картина. Поэтому, конечно музеи в таком высшем понимании этого слова это должна быть и наука это должно быть и искусство это должно быть и притворение, и просвещение вот это все вместе должно быть вот точно так же как у вас планетарий это и просвещение это и наука это и образование и конечно вот такие значит атомы они должны окружать вот это все наше пространство для нас естественно вот так что вот такие дела Давайте, да. Да, да, да. А вот сейчас молодой, а потом тогда вы, ладно? <звы> Большое спасибо за очень интересную лекцию. Я Игорь Максимов, да, также да. ваш коллега из Московского планетария, геолог. Мы выяснили, что возраст имеет важное значение не только в жизни человека, но и в жизни минералов, и в частности в жизни, и в частности в алмазообразовании. Ведь алмазообразование в истории Земли имеет важнейшую роль. И мы выяснили, что Возраст алмазов э, э, варьирует от первых миллионов лет до нескольких миллиардов. миллиардов лет, но тем не менее все они укладываются все-таки э, в определенный цикл лизогенеза на Земле, то есть они все моложе моложе Земли, то есть сначала должна была образоваться земная кора, а потом уже э, начиналось э, алмазообразование в зависимости от тех условий, в которых они попадали. С этим как бы ну, сложно, но понятно. А вот скажите, пожалуйста, по поводу тех космических алмазов, возраст которых старше 5, миллионов и тем более 11 000, Простите, 5 миллиардов, а тем более 11 миллиардов лет, вот что можно сказать по поводу генезиса этих образований? Это взрывы сверхновых звезд. 13 миллиардов, значит, у нас пошло образование. да. да. И это понятно. Но где-то, ну как астрофизики, я там небольшой специалист, но там на начали образовываться уже определенные элементы, значит, из которых потом происходило и образование неких кристаллических групп. Ну сначала там нейтрино, значит, протоны, ядра, потом электроны, и потом были вот эти соединения легких вот этих, ну, не легких, а элементов первый, с... Первый. Да, 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 с, с, с этими самыми простыми по своему строению. Вот как и их образование было где-то на уровне 11-10 миллиардов лет. Вот они давали возможность образования вот в том числе и алмазы. И поскольку как, значит, говорят о когда в этих температурах больших и давлениях, значит, вот этот углерод, он спокойно мог образовываться, потому что были возможности для быстрого образования углерода из вот тех ядер и так далее. И потом он мог трансформироваться. Конечно, там происходило какое-то время для того, чтобы вот эту крупную там, 4 километра значит, сделать и так далее. Но, значит, по-видимому, для этого были какие-то определенные основания. Значит, для того, чтобы Сформировалось вот это э, тело целиком сложное из кристаллического углерода. Это не говорит о том, что мы где-то найдем, предположим, ну кристаллический кремний. Предположим. Нет, это, видимо, вот есть какие-то вот единичные. Я именно... да, 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 да. Но мы все можем, может быть, через 10 лет, может, еще что-то там увидеть. Но по крайней мере, мы можем сказать и другие вещи. Как около больших этих планет, значит, мы видим сателлиты, которые с, там из льда, там еще из чего-то и так далее. То есть э, уникальные совершенно вещи, ну, которые понятно, просто для нас понятно, мы много что... еще не э, сможем, э, скажем, для нас это как фантастика. А она была. И такой второй коротенький вопрос. Да. Э, ну, по видимому это связано с тем, что все-таки алмаз это моноэлементный. Абсолютно верно. Э, только да. поэтому. Да, да. Да, Потому что, вот, скажем, он... оливин, как минерал Вселенной, по-видимому, не. Нет, нет, нет. Все. Именно вот это один из тех, да, да. скажем, элементов, такой редкий, моно, который легко облад... То есть ему не нужно... в структуру. Ему не нужно проходить цикл элитогенеза. Да. Большое спасибо. Да. И последний вопрос. Да, да. Пожалуйста. Пожалуйста. А вот сейчас молодой человек. А я вас знаю. Вот этот молодой человек Привет, мой дорогой Вот Россия, она талантами неисчерпаема Вот молодой человек, значит, очень симпатичный и так далее А я вам могу сказать, что сделал вот этот человек Ну, приоткрыть небольшую такую вещь Он участвовал в работе Вот там трое нас Вон Там еще одна сидит красавица Галь, поднимись, пожалуйста, просто, да Он со своим очаровательным это вот мои, так сказать, люди сделали блестяще, государственный, выполнили государственный оборонный заказ. Вот я чем горжусь. Вот он и вот она. По алмазной тематике. Задавай вопрос. Над этим я размышлял как раз сегодня ночью. И хотелось бы «Да, знать, испугал, известно просто. ли. Известен ли сейчас ответ на этот вопрос? Значит, в Якутской алмазоносной провинции известно, что изменяется общая статистика по габитусу кристаллов. Да. И также известно, что с ультраосновными породами чаще связан октаэдрический габитус, а с экологитами, просто основными, там преобладают кубы. Также известно, что окончательная форма кристалла определяется тем, когда у нас э, антогенический цикл заканчивается, то есть когда завершается эволюция самого кристалла. И с чем это может быть связано? Это, э, как вы думаете, связано скорее с химическим составом э, вмещающих пород, либо это может быть связано с физическим составом, ведь э, разные... Э, Ментильные ксенолиты Все ä, как раз по основному составу обладают разной вязкостью и разной скоростью да. перемещения. Первые, значит, первый. И клагиты, и Понятно. Это не один тип, там их четыре типа. Поэтому, значит, говорить о том, что кубы там только с этим, там и октаиды, есть и так угу. далее, диапазон достаточно большой. Но ультрастанок, да, значит, у эти октаиды там преобладают. Это ясно. Но э, надо еще смотреть, какие типы экологитов, потому что есть экологиты, которые связаны с мантиями, а есть uh -huh. те, которые, значит, вот с коровыми вот этими вещами. Поэтому, конечно, здесь э, все зависит от тех э, моментов в самом начале, но и от той среды, в которой этот кристалл начинает кристаллизоваться, значит, и что ему дает возможность или иди по росту, вот, превращаясь в куб, или в октайдер. Значит, разница, конечно, между экологитами и ультраоснаемными есть, но я думаю, что не столь она все-таки значительна. Почему? Потому что на первых этапах, когда экологиты, значит, да, как бы находили вот этот фактор, что для экологитов больше, значит, кубы. Но мне кажется, что сегодня, когда уже достаточно большой пройден путь по изучению этих минералов, ну, вот этих пород, Думаю, что большого, ну я осторожно говорю, естественно, угу. большого различия, я думаю, что все-таки все все его нет, мне кажется. Угу. Ведь я вот к этому хочу что сказать. Вот алмазоносная порода, значит, это вот ксенолит этих мантийных пород. Это же уникальная вещь, вот вы просто должны понимать. Значит, они были найдены, вот эти эклогиты на фабрике. То есть это вот куски мантийной породы, которые не трансформировались. Ультраставные породы – это оливин. Оливин, он, он легко изменяется, серпентинизируется вот в наших коровых условиях. Поэтому эта порода разрушается, и мы мало видим э, этих кусочков, там mm -hmm. буквально десяток в мире, которые были найдены с этими алмазами. Аклогитов там 100, 200 и так далее. Поэтому э, невозможность... Вот если бы там было 100 и здесь 100, угу. тогда мы могли бы с тобой какую-то статистику навести. А когда здесь десяток в трубке удачной, а с другой стороны угу. в удачной найдено 170 экологитов, 170, конечно, все зависит от того выдоха, который мы сейчас сделали. А он может быть и неправильный. Понял, да? Поэтому угу. это требует определенного э, уточнения. И второе... Э, вот второе... Я сейчас забыл, просто напомни мне там. А, ну, с какими да, свойствами да, 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 да. связаны с физическими или да, химическими? Да, да, да. Первое, первое, это, конечно, должен быть источник угу. углерода. И, и те параметры, по которых он кристаллизуется. Ну, и да. поток вещества должен быть. Углерода. Хорошо, мы. Да, значит, и он да, да Совершенно верно. Значит, там это насыщение может быть. Медленный может быть большой, в зависимости от этого у нас алмаз внутри может быть сложный там, или простой и так mm -hmm. далее. Но ну, а с течением времени это может подняться кверху, в более в другие ПТ-параметры. Mm -hmm. Значит, вся кристаллизация прекратилась. И он сидит mm -hmm. в этой в холодной части. Она уже холодная для mm -hmm. него. И он может долго сидеть, mm -hmm. до кембелитового очага. Да, он может, да, наверное, и да, сидеть, да. может быть, даже и растворяться. Нет, если он может растворяться, если там в мантии идет процесс вот, угу. изменения этих пород. Если идет, да, он уже там начнет растворяться. То есть я хочу сказать, что это очень сложная формула изменения. Там есть Кристаллизация, есть изменения, есть остановка в кристаллизации, угу. есть опять кристаллизация, есть изменения. То есть я хочу сказать, что каждый природный алмаз – это очень сложное образование, и вот разгадать всю его, его тайну мы только находимся где-то вот в самом как бы начальном этом э, пути. Поэтому это связано с очень многими э, процессами внутри. То есть не, не так просто вот одним махом. Не скажешь. Это, как ты понимаешь, очень увлекательный процесс. Вот Галина Юрьевна, она это прекрасно все знает и может всю эту природу, значит, нам рассказать э, это самое по пальцам. Но притянуть это дело к тем или иным изменениям, которые проходят в тех или иных породах в это время. Вот в чем наша задача. Mm -hmm. Это я хочу сказать, что вот связь алмазоносности с породами с вещественным составом, с изменением породы. Потому что алмаз, он не сам по себе находится, не в вакууме, но он находится в той или иной породе. И вот на породе что-то там в ней происходит. С учетом тем внешних факторов, которые давят на эту породу. Вот, например, кусок породы, вот там сидят алмазы. Его никто не знает. Сдвинули этот кусок, ударили по нему, трещины появились, флюиды горячие. Все, на алмазе пошли изменения, правильно? Потом раз, все остановилось. Потом этот кусок породы растрескался, вынесло. И вот это все записано вот в этом сложном алмазе. С виду -то он простой, а внутри он сложный. Поэтому, значит, впереди у тебя большая работа. Спасибо. Так, скажите, пожалуйста, что влияет на среднее содержание алмаза в трубке? Множество факторов сразу скажу. И температура, и скорость подъема, и какие-то флюиды, которые растворяют его и так далее. То есть это сложный многофакторный процесс. Он непростой. Вы прежде говорили, что скорость влияет на среднее содержание нет, а это один из факторов? Нет, нет да -да. я понимаю, я имею в виду. Это что один из факторов. Примерно можно сказать, что чем быстрее, тем выше среднее содержание. Скажем, да, оно будет лучше. То есть скорость подъема благоприятствует тому, а. что алмазов ага. мы не потеряем много. Ага. Так, и а так. если будет среда агрессивная, быстрый подъем, она все равно будет действовать. Здесь еще от следы зависит. Следующее. Так, и увеличивается среднее содержание при углублении изучения трубки? Нет, вот здесь есть спорные моменты. Значит, трубка это вот тот канал, по которому вылесен материал, uh -huh. а он выносится не просто вот одной струей. Uh -huh. Это одна струя, там вторая, третья, и в каждой из них есть свое содержание кристаллов, поняла, да? Uh -huh. То есть это много типов там внутри. И в каждом из них свое содержание кристаллов. Mm. Значит, поэтому так вот сказать мы не можем. Поэтому может быть так, что, предположим, первая фаза взяла, например, и принесла много алмазов, mm -hmm. а вторая где-то там из этого же очага, она уже взяла остатки алмазов. Yeah, Тогда это, будет наоборот, меньше. Да, поэтому здесь mm -hmm. все, все очень просто. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое за прекрасный рассказ, за лекцию, за такое удивительное отношение, за энтузиазм и за огромную порцию оптимизма, которую мы все сегодня получили. Спасибо большое и до новых встреч в Московском планетарии.